И всем привет, друзья! Сегодня мы будем уже выживать в Майнкрафт. Так, мы будем выживать, просто выживание. Ничего не будем сегодня строить, просто выживание. Я создаю новый, друзья, мир. И, как вы видите, обновление. Хэллоуинская локация. Как вы знаете, скоро Хэллоуин. И они уже подготовили для нас клевое обновление. Как называю я карту? Как хочу, ну... Сейчас давайте... ХЗ, как ее назвать? Пусть будет Х, Х, Х и Х. Ну так, все, я... Это что ж такое? Все, я назвал карту, так она будет выглядеть у нас. И выбираем выживание. Уровень сложности, нормально. Друзья, я выживаю первый раз, так что делаем легко, друзья. Так, сетевая игра, все включено. И, друзья, я включу бонусный сундук. Бонусный, да. Все, больше ничего. Создаю и начинаем мы же, друзья, выживать. Погнали! И все, друзья, мы зашли на мир. И мы появились просто... Хорошо, что хоть не на острове, а на материке. Так, мы забираем сундук. Так, что там у нас лежит? Грибы, все хорошее, кроме... А хотя все забираем, что нам там держать. Просто все забираем, друзья. Все забираем. Ломаем. Это сложно делать, так понимаю. Пусть растут, они мне не нужны. Все, пусть растут, все. Я погнал, друзья, выживать. Первым делом, как всегда, мы добываем наше любимое дерево. Давайте добуду 12 дерева и перемотаем. Все, друзья, я добыл 12 дерева. И сейчас мы этих 12 дерева сразу же потратим. Что я на них делаю? Сделаю я верстачок. Вот. Все, мы сделали верстачок. Теперь у нас в инвентаре есть верстачок. Где он? Так, где он? Вот. Мой верстачок. Сейчас мы его поставим вместо палочек. И... Ой. Какой пень. Мне не нужен пень, друзья. И сейчас мы на нем что-то сделаем. Сперва я сделаю доски на деревья. Вот так все переработаем. И, а потом из досок сделаю же палки. Потому что палки нужны. Давайте делаем, сколько нам. Все, вот столько сделал, сколько там, давайте еще сделаем. И теперь за палки я делаю деревянный меч. У меня же есть топор и есть кирка. Значит, они мне не нужны. Так, все. Сделали, и сейчас я обосну свой инвентарь, что мне самое нужное. Так, ну все, мы все добыли и ломаем это. Где мой деревянный топор или каменный? Он у меня здесь, сейчас все сломаем быстренько. И я теперь уже могу быстро добывать деревья. Ну что ж, пошли искать следующую местность. Ой, мне собака убила овцу, просто получил мясо, но мне тоже надо мясо. Ну прости, чувак, но я должен это сделать. Должен, так что... Давай. Прости, щенок, но я был верным другом. Так, еще сейчас убью черную овцу. Ты тут... В смысле? Так, ладно. Так, сейчас я пойду спущусь в эту ямочку и добуду здесь немножко камня, чтобы сделать себе печку и еще разные вещи. Ну что ж, буду добывать, друзья. Переключусь. Так, друзья, я добыл 28 булыжника. И здесь я где-то видел уже уголь. Так, мне идти дальше? Вот здесь уголь немножко добуд. Так, друзья, я встретил своего первого врага. Это получалось. Здесь крипер был? Где? Он еще живой, он меня сейчас убьет. Факел. Все, я вылазю. Где? Где, друзья? Я вообще ничего не вижу. Так, мне надо вылазить. Я вижу свет. Стой,
только надо это добыть. Так, уголек я добыл. Немножко еще уголька добыл. Так, друзья, вылез. Сейчас поставлю верстак и сделаю какие-то вещи. Друзья, я сделал каменный меч и каменную кирку. То есть я уже развиваюсь, но сейчас уже будет ночь. Друзья, я поставил верстак и сейчас сделаю печку. Все. Так, друзья, вот печкой решил пожарить мясо. Уже жарится мое первое мясо. Блин, друзья, я умер, но я, наверное, запомнил дорогу, куда я шел. Сейчас попробую вспомнить. Друзья, я не знаю. Все, друзья, я нашел то место, я как-то выжил, вот сделал себе такой домик, чтобы скрыться эту ночь, друзья. Вот, смотрите, вот такой маленький домик, чтобы скрыться. Вот здесь...